Всем доброе утро, дорогие друзья. Мы выходим всей компашкой на завтрак. Так, спали. Доброе утро всем. Спали хорошо. Сосновый воздух творит чудеса. Это я вам точно говорю. Здесь все такие приветливые, дружные сотрудники. Вообще с утра работают, трудятся, чтобы нам было хорошо и уютно. Спасибо вам большое за ваш труд. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, рады. Вот. У всех вперед. Питаются у всех. Спасибо. Вот. Все, спускаемся, идем кушать. Погодка классная. И после завтрака хотим пойти в бассейн. Вот наш завтрак. Так, что у нас на завтрак? Тефтели, гречка. Творожок со сметаной, чаёк, масло и батончик. Вот такой скромный завтрак. Мама с Настюшей остались гулять. Мы покушаем и поменяем всё, что мы будем. Пока что всем приятного аппетита. А вот самый голодный человек пришёл. Мамуля. Не спит? Нет. Так, что надо сказать? Ну все, приятно. Смотрите, какие мы девочки. Мы идем в бассейн. Так. Муж, не знаете? В воде. Вот он. А, так, все, идем. Вы подождите на скамеечку хоть, или вон на стул. Угу. Давайте. Мы хотим момент запечатлеть, как первый раз. Опускай. Ой, я ее поцеловала. Еще и жарко. Ну, по правилам все. С другом очень аккуратно, конечно. Другой Сережа, видишь, она маленькая, вокруг большой, поэтому... А не хотите попробовать на рукавочке? Ну, можно. А есть на рукавочке? Вот же они лежат. Я
там. Все, дорогие друзья, выходим из бассейна. Просто класс, мы так хорошо поплавали. Вообще, Настя уже прям засыпала, видно, устала, наплавалась. Вот, мы ее с Сережкой отправили в номер, пока быстренько с мамой переоделись. Вот, и, кстати, нашей Настюше 11 месяцев. Как нам сказал тренер, лучше для таких деток покупать не круг, а жилет, специальный надувной жилет, и еще может быть на рукавнички, но самое лучшее — это надувной жилет. Так что вот такой советик, если пойдете. Да, и сказала, лучше всего плавать не в цельном купальнике, потому что мы Настюша покупали, я выбирала купальничек ей с вишенок, а в плавках, чтобы тело, так сказать, не охлаждалось. Да? И даже в памперсе. Да, и даже в памперсе. Так, а мы здесь нашли такую эту, не знаю, статуя или подделка, как она называется, с коника. Настюшка сидит. Настюша, как коник? Коник делает иго-го? Иго-го. Говори, ну, поехали, поехали. Поехали, поехали. Сейчас и я в телегу. Мама, держи. Настя, главное, чтобы мы не рухнули. Поехали, поехали. Да, наконец-то обед. Блин, мы так проголодались. Так, что у нас на обед? Борщец. Так. Вот такой салатик. И макарошки с котлетками. Так что все, будем кушать. Сережка, наливай борщец. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, мы пришли после обеда. Настюшка поспала целых полтора часа. Вот, причина просто спала. Я, может, кстати, пофоткались. Вот уточки подлетают. Хотим покормить. Вот. Так, у нас сейчас 18:20. Ой, мы посидели немножко в номере. Вот, я там посмотрела фотографии, какие получились, поскидывала. Мама с Настей. Это вообще чудо. Ничего себе. Кто-то детство вспомнил. Настюшка, ты сама катаешься? Ничего себе! И запела. Вот, мы сейчас хотим пойти в беседку, посидеть до ужина. Я тут в портфельчик взяла разных вкусняшек, мы покупали. Вот, хотели сегодня зайти в магазин, а он закрыт, оказывается.
Вот, ну ладно, сходим завтра. Вот, и еще завтра хотим сходить на кислородные коктейли. Здесь есть, я так обожаю кислородный коктейль. Я даже как-то хотела саму вот эту установку приобрести. А мы тут сделали чаек и пришли в беседку. Вот, взяли наши такие белорусский шоколад, столичный. Столичный элит. Посмотрите, что Настя. Это вообще артистка. Вот, сидим. Так хорошо в лесу. Кстати, сейчас покажу, где беседка находится. Так, вообще так классно. Вот наш номер. Здесь угловой. И мы просто вот так вышли. И вот здесь вот. Вообще так классно, так удобно. Мама говорит, спасибо. Мама говорит, надо нам стол такой на даче. Ну да, вообще удобно. И здесь, кстати, вечером включается даже свет. Розетка есть. Очень удобно. Все с телефоном. Мама с телефоном и Настя взяла телефон, да? Настя тоже хочет посмотреть что-то в телефоне. Ку-ку! Алло! Алло, Настя! Вот. Хорошо, посидим мы и потом пойдем на ужин. Да. Мы пришли на ужин. Сейчас покажу, что нам дают. Рыбку, пюрешку. Так, здесь какой-то салатик с маринованным огурчиком. Булочки, бананчики и сок. Сыр, масло, как всегда. Вот.